Привет, Страж! Канал Triple Vibe на связи, и на этот раз мы говорим о триумфе первого года в Destiny 2. Что это такое? Что за триумф? Триумф — это ежегодное подведение итогов для игроков, история, которая началась еще с первой части. Тогда в игре у Стражей появилась специальная книга, в которой были перечислены задания вроде убить 100 человек в PvP или пройти рейд. И когда игроки справлялись со всеми заданиями, они получали награды как в игре, так и в реале. Так, например, в тот раз давался код на скидку на специальную футболку Триумфа с никнеймом на рукаве. В это сложно поверить, но уже подходит к концу первый год, как мы играем в Destiny 2. Да-да, все ноют, но играют. Так что пора начинать закрывать рекорды в этой игре. О начале моментов триумфа Bungie объявили на сайте 7 июля, в день Bungie, собственно. Это праздник такой специальный для сообщества. Ну так вот, объявили и сообщили, что вплоть до 28 августа стражам предстоит выполнять различные игровые задания, чтобы заработать очки триумфа и обменять их на уникальные награды. Запущены все задания триумфа будут вместе с солнцестоянием героев с ивентом 31 июля. Опытным игрокам, которые прошли всю сюжетку, бывали в рейде хоть раз и в принципе попробовали все режимы, что предлагает игра, вероятно, закроют все довольно оперативно, а остальным немного потрудиться все же нужно будет. Но ради чего? Давайте перечислю награды. За завершение любого триумфа вы получите эмблему «Моменты триумфа». На эмблеме будет отображаться общее количество заработанных очков триумфа. За 125 очков мы получим легендарную оболочку призрака «Правильный выбор». За 250 очков – скидочный код на футболку «Моменты триумфа». 300 очков – легендарный Спэрроу «Надежное плечо». И 400 очков – максимальное значение – эмблема «Вечный триумфатор». Забавно, но на мой взгляд оболочка Гаста и футболка – самые интересные награды, но за них же просят меньше всего очков. Но оно и понятно почему. Доступ к странице с футболкой «Момент триумфа» уже открыт, однако вы сможете получить код на футболку только после запуска «Солнцестояния героев». Зарабатывайте 250 очков и получайте скидочный код на футболку. Футба, кстати, годная, мне определенно она нравится больше, чем та, что была в первой части. Синий. Цена футболки 25 вечно зеленых и с никнеймом 35. Конечно, это не все. Нам пообещали и другие награды, но о них расскажут ближе к началу ивента. Ну и там, скорее всего, новые красивые сеты брони. Ну а теперь давайте перечислю те задания триумфа, которые известны уже сейчас. Завершить сюжетную кампанию Destiny 2, сюжетную кампанию Проклятия Сириса и Военного Разума. Собрать все 45 скрытых воспоминаний, 25 экзотических предметов оружия или брони, выбить оболочку Сагиры для призрака, достигнуть 50 ранга авангарда в третьем сезоне, завершить 25 героических публичных мероприятий во время солнцестояния героев, открыть все сундуки регионов, победить 100 соперников в Горниле, выполнить 20 приключений, завершить 7 этап эскалационного протокола хотя бы один раз, достигнуть ранга доблести легенда в третьем сезоне, победить Калуса в рейде Левиафан и завершить рейды логова Пожиратель миров и Звездный шпиль. Остальные задания пока неизвестны, но отслеживать их выполнение именно на вашем профиле можно на сайте Bungie на специальной странице. Там же наглядно отображается то, сколько очков остается до той или иной награды и сколько этих очков вы получите за каждый выполненный пункт. Ну а на этом пока все. Спасибо за просмотр, ждем новых новостей в будущих статьях сайта Bungie и держим руку на пульсе. Не забудьте подписаться, лайк поставить и счастливо!